Альтернативная вселенная номер 20. Земле грозит экологическая катастрофа. Половина землян улетела. Бороздить и колонизировать вселенную. Остальная часть осталась. Из-за непригодности социального строя. Численность населения Земли составляет 2010-2 человека. Из этого числа мы обратим наше внимание на двух жителей этой Земли. Тебя не удивляет, что на Земле не осталось пропитания? А у нас все рожа шире и шире. Ну, определенно соседи когда-то кончатся. Это да. Как думаешь, а че нас не взяли с собой? Если б я знал. Ну, на самом деле, не взяли только меня. Усатого-то педофила взяли. У них там свой клан религиознутых. Я его повестку спрятал. Че мне тут одному куковать? За километрах хуй кого встретишь? Если встретишь, сожрешь. Вот где я так нагрешил, что со мной так обошлись? Во, ты скажешь, что ты не грешил. Но грешил, но меньше всех. Он простит. Все ничего, но от скуки помереть можно. Ага, я аж эти святые книжки аж наизусть выучил. Ты не думал, что это нам все испытание? Угу. Форт Боярд, блять! Да. Надо было голосовать за Навального. Он всех своих забрал. Ботаник, мы ж чем займемся? Не знаю, на что вы намекаете, но я не из этих. Все ваши с Навальным улетели. Можно розетку трахнуть? Она как раз целочка. Че, на комонок-то первый? Уступаю. Наверное, и не объяснишь, как произошло-то все. Ютуба же нет. Для кого ты это все снимаешь? Ладно. В другой раз. Продолжим.